Я не ненавижу арабов, я люблю евреев. Это огромная разница. Мы стоим перед лицом проблемы, и эта проблема – противоречие между сионизмом и иудаизмом с одной стороны и западной демократией с другой. И это не просто угроза, это факт. Мы должны посмотреть ему в глаза. Вопрос также не в том, какие арабы хорошие, а какие плохие. Я думаю, что будет презрением по отношению к арабам утверждать, что хороший араб должен хотеть жить в государстве Израиль. Какой араб захочет жить в государстве, которое юридически определяет себя как еврейское? Какой араб в Израиле гражданин Израиля? Какой арабский гражданин Израиля каждое утро просыпается с мыслью о том, что в его национальном гимне «Атиква» есть такие слова, как «бьется душа еврея»? Какой араб может спеть подобное? И когда арабский член коммунистической партии Кнессета протестовал против законопроекта, по которому эта песня должна была стать национальным гимном Израиля, я понял это. Я его понял. Потому что я понимаю арабов, а они понимают меня. И никто из нас не понимает профессора Дершовица.